1942 году в эту церковь попала авиационная бомба с немецкого самолета. Она пробила купол, упала на пол собора, но не взорвалась. Это мы считали чудом. Сейчас макет этой бомбы находится в этой же церкви. После Второй мировой войны немецкий летчик приехал в эту церковь на Мальту и просил прощения за то, что он сделал такой поступок. Ему было приказано бомбить аэродром, но у него не получилось, он бросил сюда. Несмотря на все это, его простили и по этому поводу устроили огромный праздник. Сейчас посмотрим на саму эту бомбу, вернее на макет, который уже сделали в Англии после войны. А вот и сама бомба, вернее макет ее. Вот такая болванка, пробила купол, упала и не взорвалась. Сейчас в церкви ее макет установлен. О, туалет. Это очень важная вещь, когда посещаешь неизвестные города. Убежище под собором, который использовался во время Второй мировой войны. Люди проводили время во время обстрелов. Мальту бомбили сильно. Работали, отдыхали, спали, радовались, чем можно было. Ну, поели виноград, яйца, лимоны какие-то, заплеснелые, эти фиги это, жир, так, тарелки. Опс, куда мы пошли? Сорти – это выход. А туда, а я не знаю, туда, куда.
там тупик. Во, еще можно идти. Там что-то. Там швейная машинка стоит. Зингер. Класс. Под музыку Марлен Дитрих. Мой ангел. Экскурсия у саножки. Ложики точить. Посуду лепить. Ну все, здесь уже конец. Что там? Там еще. Так тут спасались во время бомбежек. Зря время не теряли. Что там? Ух ты! Ух ты! Там еще что-то. Ну ладно. Нет, это что-то для строительства, для сельского хозяйства.